Всем привет, ребят, с вами я, Богдан, и сегодня мы будем разговаривать информацию про Шелли. Короче, Шелли — это персонаж из Бравл Старс. Короче, Шелли простая девочка, которая на все время смотрит, на которой ему нападает. Тоже враг Шелли. Тоже враг Шелли, тоже девушка. Но ему, когда ему обратили внимание, он рядом очень сильно. Ну или очень больно. Но если честно, ему этого не понравилось. Что это просто фигня. Что Шелли — это девушка. Она просто девушка из Бравл Старс. Ну, не очень. Ну, или не очень девушка. И, между прочим, короче, Шелли-бандитка, это тоже Шелли, которая явно стреляет на какие-то хлебы, бойцов, которые ему просто раздражают. Ну ему вообще тут. Если Шелли девушка, то кто же она так? Если Шелли реально девка, то кто же такая Шелли? Да мне нафиг, я вообще манал. Шелли. Боженька, что ли? Нет. Она начальный боец. Когда мы пошли на учебу. И у Шелли не было мало трудностей после того, как у врага слили 10 каток. Но ему не было условий, ему вообще. И Шелли думает, кто же из них сильнее? Был боженька? Как вы думаете, напишите в комментариях, если я обязательно их прочитаю. Но ничего, в следующий раз, когда ты будешь... Извините, что сейчас замолчал, ну ладно. В следующий раз, когда ты будешь прятаться в кустах, помни, Шелли все видит. И она просто не оставляет им выбора. Так что продолжай. Конечно, Шелли слабая, и она... И враг Шелли тоже слабый. Когда они сливают. Шелли не курит. Не курит, а стреляет как жопа. Нападает как Фредди. Ну ему вообще. И этот мистер Шуш, и сил ее куда больше, чем ее нету. Короче, все, Мара и Ивана закончили. Устанавливает эти... И враг сливает эти гребаные ремень и кубки. Ему в селение нельзя допустить, чтобы врагу слили кубки. И в общем, когда она очень. И даже у Шелли ульта сильная. Ну, после того, как... А, еще тут у меня есть брат. Кот. Ну, как у нее трейлер, у нее было все нормально.
Ну, а как ее вот отпускает, ну, на самом деле, как я хочу, ну, как она хочет. Что со Шелли, не знаю. И Пуки, как у Ворона. Ну, как только со Шелли успел меня победить, как Ворона, с Ворона. Она продолжала убивать всех людей. Короче, между прочим. Короче, Шелли, девушка. Ну и не очень девушка. Знаете, кто точно девушка? Макс, девушка, настоящая Макс и персонаж, который мы испытаем. Когда она начинает, настоящий боец, когда она ощущает все это кама. Она настоящая и в жопу. Да пошло все это и пойду посмотрю все сериалы.